Всем привет! Сегодня строим танк-трансформер, который превращается в Амогуса. Перед тем, как начать туториал, давайте посмотрим, на что он способен. Время туториала. Сначала нам нужно построить квадрат, который изнутри будет пуст. Также не забудем поставить колеса. Сделаем вот такие пластины для ног робота. Еще сделаем заготовку для башни. И временно поставим кресло водителя. Отсоединяем башню от корпуса и начинаем строить механизм для вращения башни. Теперь нужно отсоединить все колеса и блоки от корпуса. Теперь будем строить механизм трансформирования, который я буду придумывать на ходу.
Теперь нужно с помощью дерева связать два колесных блока с поршнем. Соединим колесные блоки между собой и удалим кресло водителя. Щиты тоже нужно присоединить к поршням. У боковых, верхней и нижней стенки нужно отключить коллизию. То же самое нужно сделать со всеми палочками, поршнями и верхним колесом для вращения башни. Ну давайте посмотрим, как он у нас трансформируется. Все хорошо работает, поэтому начинаем делать ступни, как на видео. Между этими двумя блоками обязательно должно быть какое-нибудь расстояние. У данного поршня длину ставим на 4 блока. Два этих блока соединяем по отдельности, но только заметьте, на втором блоке мы соединяем не блок, а поршень. Теперь то же самое нужно построить с левой стороны. Кстати, мы забыли отключить коллизию и прозрачность включить на 50% у этих деревяшек. Это похоже на упавшего робота. По причине того, что тут кресло пилота совсем не хочет ставиться, мы убираем эти заборы и ставим деревянные блоки.
еще один важный момент. Нельзя, чтобы кресло пилота касалось чего-то из механизмов, например, колесных блоков. Давайте отвяжем и привяжем колеса на клавиши EQ. Также нам предлагают сделать кнопку вправо. Мы просто ставим рандомную клавишу, которая нам не пригодится. Также верхнее колесо привязано на клавиши CV и все поршни на XZ. Здесь сделаем такие поставки, чтобы робот не падал. У них коллизию мы отключать не будем, только включим прозрачность. После сохранения обязательно нужно заново загружать, или робот может развалиться. Теперь отключаем сверху коллизию и залазим. Давайте проверим. Все функции в норме, и также мы можем трансформироваться. А теперь давайте сделаем, чтобы он мог ходить. Я пробовал сделать ходьбу из колес, но она у меня не получилась, поэтому будем делать из сервоприводов. Нужно разъединить ноги на ноги, а то у нас две ноги, это как одна нога получается. Важный момент. Сервопривод нужно соединять сзади поршня, а не спереди поршня. У сервопривода включающий момент ставим на зеленый, а скорость на 2 и угол наклона на 20 градусов. И включаем обратный поворот. Привязываем их к креслу пилота на клавиши RT. Давайте проверим, как он работает. Сзади на ступни добавляем по 2 мотора. Теперь нужно привязать их по отдельности. 2 правых привязываем на клавиши Т, потом ставим любую клавишу, опять любую клавишу, и потом ставим R. А другие 2 двигателя нужно привязать наоборот. Я сейчас привязываю их вообще неправильно, чтобы показать, что будет, если привязать их неправильно. У моторов отключаем коллизию и скрываем их. Теперь давайте поставим пушки. Я поставлю около 10 штук. Вот так, готово. И они привязываются на клавишу F. Если хотите их привязать на другую клавишу, то просто из них стреляйте. У них меняются хитбоксы. Их можно перепривязывать. И также их можно теперь скрыть и отключить коллизию. Также видео про декор, которое будет в описании, в доступе по ссылке. Кибер построил руку с пушкой. Я сейчас покажу, как вы ее построили. Мы просто спустились пониже. Вот здесь сделали что-то типа руки с пушкой. И потом тут поставили тем же лайфхаком пушки и привязали их на другие клавиши.
Здесь везде мы отключили коллизии у всех этих заборчиков и руки, а прозрачность мы выключили только у заборов. Как я и говорил ранее, у всех этих белых блоков обязательно нужно отключить коллизию. Вот я привязал сервоприводы на ТР, а не на РТ, и видите, он теперь идет назад. Если привязать наоборот, то будет правильно. Напомню, что видео с декором я оставлю в описании. Вот таким он у нас получился. А вот и та рука кибера, про которую я говорил. Ну на этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Geemz. Всем пока.